купил компендиум. Я в прошлом году тоже летом покупал. Это получается летом, да, покупал. А это получается зимний. Вот только что вот первого левела, конечно, купил. Сразу награды, награды. Ну, короче, что тут нового? А, карточки вот эти вот игровые тоже были. Насмешку дали. Билет вот. О, весенний, вот мне ландшафты нравятся. Попасы, у меня, наверное, такой есть. Ладно. Что тут еще? Ну, Immortal Treasure дали. Ну, почему бы и нет? Можно открыть. Давай. Эх, Аркану бы на Манки Кинга. Ууу, охуеть. Нормально, да? Профейн Юнион. А это вот... Ну, я видел такую херню. Это имморталка или что вообще, интересно? Ладно. Что там еще дали? Мьюзик пак. Мьюзик пак, ну у меня там какая-то музыка есть. Курьера дали, крабика этого. Ну, курсоры, смайлики у меня есть с прошлого этого. С прошлого Battle Pass. Так, можно еще посмотреть, какие у меня вообще предметы есть. Ну, курьер у меня есть, вот очень хороший. Бля, сука, не прогружается. Не... О! Вот у меня есть Immortal Онибе. Вот этот крабик, мне кажется, хуйня какая-то. Вот Онибе нормально. Такое у меня есть. Ну, варды не буду показывать там. Статуя у меня есть, вот такая, вивер. Я на вивере много когда-то играл. Вот такая статуя есть. Реликвия у меня даже есть, о. Это вроде сейчас как раз выдали, что ли. Ну, стили интерфейса, ясно. Но на самом деле, вот эти стили интерфейса, которые есть, они хреновые достаточно. Наморы мега убийств. Вот мне кристаллка нравится, вот у меня. Во, Кристал Мейден. Можете мои видео посмотреть по доте. У меня только вот Кристал Мейден, да, то есть... Ваша нижняя башня... Очень хороший, как мне кажется, комментатор. Во. Новую музычку. Обновить трек-лист. Стиль интерф... А, это я показывал. Загрузочные экраны мне нравятся вот с CM-кой. Ну вот, в принципе, да, неплохой тоже. С луной. Такие всякие есть. О, погодные эффекты. Вот такое сменить. Так, а чё я все открыл-то, что мне дали? Чё еще? Immortal Treasure я открыл. Ага. А что еще могли дать? О, вот эта фигнюшка на Сларка, невероятно редкая, конечно, поприятнее было бы. На Бруду мне ничего не надо. Ну, на Бриста мне тоже ничего не надо. Курсоры. Чем мне дадут на втором уровне эффекта? Карты. Фишечки. Эффект фонтана. Ну, ясно, эффект телепортации. Хочу хотя бы до 25-го успеть дойти, хотя почему, я думаю, и дальше пройду, почему нет. Что-то еще есть, компания есть. Этим летом всех владельцев его пропуска ждет совместное включение, но это, видимо, еще не открыто. Вот, задание есть. Постойте, что за хуйня? Ну, ставки это, как всегда. Достижения похуй, награды похуй, боевой кубок тоже. Смотрите, призовой фонд как течет, да?
Ладно. Надо будет потом фэнтези команду составить. Все стези, стезя навигатора, волнореза и команды Path of the Rising Tide. Очкули не перевели. Я помню, летом тем был, короче, сет Клинкса выдавали, сет Виндренер и сет на Урсу. Я вот, кстати, они у меня до сих пор есть. Вот. Чё тут? Выиграть 1, 3 или 5 игр с интеллектом. Ну, я как раз на меду играю. Я так понимаю, в ЛП это, наверное, к сожалению, не выполняется. Стезя волнореза, чё тут? Выиграть 1, 3 или 5 игр на ловкость. И 1 или 3, 5 игр на силу. Нормальные квесты, на самом деле. Там такие невыполнимые были, я помню, тем летом. Пиздец. Убейте 2, 3, 4. 2 или 3, 4 башни перед тем, как вы проебете одну, что-то такое. Что-то награды, интересно, хоть нормальные будут. Герой дня, пак, не люблю пак. 40 башен разрушить, 65, когда мага нанести, но это такое несложное. Ну да, вот надо интовиком, конечно, выполнять. Так, вот новая фигня появилась тоже. Викторина при поиске игры. Ну, какова базовая скорость Witch Doctor, я не знаю, я с саппортами не играю. Ответить, конечно, не могу. Я, кстати, обменял ту фигню на какой герой атакует с этим звуком. Этот омник, такой металлический звон. Я обменял, короче, имморталку на лайфстилера на 2 уровня. Теперь у меня 3 уровень. Его про... Да ладно. Ну, я так и подумал, Monkey King или этот. Ну ладно. Я, короче, дошел до 5 уровня. Вот, 5 уровень. По-быстрому тут выполнил чуть-чуть квестов. В принципе, ну, на ставочках там вот поднял немного. Голосование. Я тут проголосовал за кого? Вот, за ОД я проголосовал, за Спектру и за Морфа. Вот. Хотелось бы на них, наверное, вот что-нибудь увидеть. Так. Открыл я до 5-го левела, потому что вот последние у меня эмоции. Эмоции открылись. Еще вот же забыл сказать. Ну, вот... Тут во время подбора игры викторина такая. А ну-ка. Ну вот, короче, всякий вопрос. Сколько стоит вот? Какой предмет обладает? Такая хуйня вот. И, ну, там тоже очки дают определенные за них. Типа, если ты группой, например, ищешь игру, то можете вместе выполнять вот. И соло-компания будет, ну, я имею в виду против мобов, типа, сюжетка. Но это потом откроется, как я понял, позже. И что еще? Можно удваивать ставки, как я понял. Так. И все, наверное. Ну, вот компания, да? Вот, выходит в июле. А, Пески судьбы, первый акт уже в этом месяце будет. А второй акт вот выходит в июле, написано. Вот. Ну, боевой кубок, как обычно. Нет, ну, не знаю, ну, может, можно попробовать, но я не уверен. Поиграть там хз. Это опять же надо команду собирать. Как-то так. Не знаю вообще заниматься этим боевым, блять, этим. Турниром этим или нет. Ну ладно. Как-то надеюсь, много будет падать аркан мне. Аркану бы Дайнокера вот очень хотелось. Как-то так.